Не хочу беспечно жизнь прожить, упустив из жизни что-то ценное. Не хочу остаться позади, заменив плотским первостепенное. Как же глупо устроять земное, не заботясь о своей душе. Жизнь идет, года сменяют годы, и не вечны мы на сей земле. Здесь всего лишь времени отрезок, нам отмерено прожить Творцом. Ну а дальше, дальше вечность, но какая? В преисподней или в раю с Христом? Вечность то не день, не два, не год, даже не десяток лет, друзья. Вечность — это жизни всей итог. Делать выбор нужно, здесь живя. Как проводим мы сегодня время, и во что мы вкладывать спешим? Может, Иисус не стал сокровищем, и к себе, к своим домам бежим, забывая, что все это временно, что уйдем такими, как пришли, и не взяв с собою даже ниточки, станет пустотой, что так все берегли. Рассуждая так, прошу прощения, и в глазах моих блестит слеза, что так часто, что земное временно, ценим больше Божьего труда. Ценим дом, машину и работу, лучше стремимся все иметь. Так и жизнь проходит в суматохе, невозможно все везде успеть. Невозможно взять из жизни лучшее, вместе с тем и Господу служить. Двум богам служить никто не сможет. Бойтесь вы, друзья, о том забыть. Страшно, подойдя к итогу жизни и взглянув непройденный свой путь, не увидев там плодов для Бога, сожалеть, а жизнь ведь не вернуть. Не вернуть года прекрасной юности, не исправить промахи свои. Но сегодня Бог дарует время и готов забрать твои грехи. Бог сегодня миловать нас хочет, время благодати для нас дал. Он, пройдя тропой нелегкой жизни, нам пример с собою показал. Будем же стремиться к Иисусу, чтобы время тут не упустить. День за днем, за шагом шаг, и год за годом крепче б за руку Иисуса ухватить, чтобы, просыпаясь каждым утром, наши мысли были о Христе, чтобы наши все мечты, желания были лишь не только о себе, чтобы видеть тех, кто обессиленный, встать не может, путь продолжил свой. Помоги нам с верою, молитвою, поспеши к Тебе с других нуждой. И не ожидай здесь воздеяния, веря в то, что в небе Бог зачтет. Те невидимые пред людьми старания в книгу жизни в небесах несет. Потому нам многому учиться надо, бра, живя на сей земле, чтоб к земному здесь не прилепиться, должен Иисус стать во главе. Пусть поможет Бог отрезок жизненный не прожить бесцельно для себя, но трудиться, замечая ближнего, сердцем всем Иисуса возлюбя. Аминь.